Сегодня Международный день охраны здоровья уха и слуха. В этот день медицинские и волонтерские организации в разных странах проводят мероприятия, направленные на то, чтобы повышать осведомленность населения о возможных проблемах, связанных со слухом. Пять лет назад казахстанскому литератору Геральду Бельгеру был вручен орден за заслуги перед Федеративной Республикой Германия за его особый вклад в развитие взаимопонимания между народами Германии и Казахстана. В 1921 году канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг открыл гормон инсулина. Два года спустя за свое открытие ученый был удостоен Нобелевской премии. Девяносто лет назад родилась советская и российская актриса театра и кино Римма Маркова. Самыми запоминающимися стали фильмы «Вечный зов», «Гардемарины вперед», «Ночной дозор», «Дневной дозор» и многие другие. Третьего марта 1995 года создан Международный фонд спасения Арала.